В округе открытие нового культурного сезона. Концертный оркестр Югры начинает его программой из цикла «Классика рока». В этот раз на сцене «Югра Классик» прозвучат композиции легендарной группы Pink Floyd. Сейчас проходят последние генеральные репетиции перед премьерой, которая состоится 9 сентября. Идея создания такого концерта возникла у художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра Сергея Свиридова. И давно он с юности поклонник группы Pink Floyd, поэтому проект – дань уважения творчеству легендарного британского коллектива. Задачу перед собой поставили выполнимую – постараться максимально воссоздать уникальную сценографию концертных программ группы. Особое место в них всегда уделялось работе со светом. В Ханты-Мансийске прозвучат самые известные хиты периода с 1973 по 1995 годы. Некоторые композиции будут исполняться без пауз, плавно перетекая одна в другую. Аранжировки, написанные специально для данного коллектива, и ранее нигде не исполнялись. На сцене для зрителей будет работать более 50 человек. С нами работает звукорежиссер Артем Мальцев, который выставляет нам звук. Это тоже очень сложная работа. Каждый день он привносит какие-то новые видение, вещи в звук, для того, чтобы это было комфортно потом и интересно по звуковой картинке для нашего зрителя.